Да, это я, Ураган. И сегодня я позвал трех своих друзей, чтобы найти 9 переодетых подписчиков в этой зоне. Будет всего 3 класса покемонов. Серый находится на более-менее простых участках зоны, и за поимку дается 1 балл. За зеленого 3 балла, и самый сложный красный, который может спрятаться в самом труднодоступном месте, дает игроку 5 баллов. Всего у нас 45 минут, и тот, кто найдет больше покемонов, забирает главный приз в размере 5 миллионов долларов. А Ну что ж, дамы и господа, время пошло, собственно, не теряя ни секунды, летим и ищем наших покемонов. Без понятия, получится ли сегодня кого-нибудь найти, но мы постараемся, скажем так, да? Так, ну что, наша задача это разными схемами найти этих гребаных людей. Смотрите, прям сейчас заезжаю. Я сейчас всех поймаю, вибу! Хоть эту зону делал и я, но я 100% сейчас открываю мапу, потому что я уже не помню, как это все выглядит. Так, мне почему-то кажется, то, что кто-то мог залезть на вот эту крышу, потому что она более-менее популярная. Если я сейчас сразу найду человека, который у нас в красной одежде, ты долбоёб. Нормально, но все равно неприятно, как мне перескочить-то адекватно. Так, поднимаемся вот сюда, вот и, пожалуйста, можно тут у человечек. Так, смотрим, нет, вообще никого нет, но может на какой-нибудь соседней крыше? Нет. Там тоже никого нет. К сожалению, не повезло. Я реально думал, что я очень быстро найду человека в красной одежде и за это получу 5 баллов, но... Так, я, ребят, получил координаты, да, где могут примерно существовать эти тела. Эти ребята, моя задача их найти, понимаете? Я знаю все это место очень-очень хорошо. Они гуляют, понимаете, по тротуарам, по бульварам, блядь. Я сейчас найду их всех, заебашу, так. Итак, пока в первую очередь мы с вами должны найти серых покемонов. Почему? Потому что их не так уж и много. Они спрятаны где-то по-любому здесь, мне кажется, да. Найти просто зеленых и найти, например, красного будет реально сложно, поэтому пока лучше упор сделать на серых, учитывая то, что если их найдет кто-то другой, то больше не получится их найти, потому что они снимут маску. Короче, пока катаемся по райончику, ищем, смотрим, надеюсь, что рано или поздно найдем. Блин, вообще должен быть детектор какой-то, типа, знаете, что мы приближаем, как телодетектор работает, вот так же, мне кажется, и должно тут работать. То есть мы приближаемся к цели, и у нас что-то начинает... Ну куда? Ну, мужички! Так, ладно. Смотрите, я знаю, где можно заныкать красного персонажа, получается. Я примерно догадываюсь здесь закрытые локации, где есть. Так. Будет интересно утопить здесь мотоцикл, в принципе, вообще. Блять, ну тут нормальная локация. Короче, и топ-нычка, я думаю, in the world. Короче, красная вот эта вот гражданка, или кто там, красная бибизян, может быть, внутри Лос-Антос Кастомса можно поставить. В принципе, было бы прикольно там заныкаться, потому что там, ну, хуй кто въедет, хуй кто выйдет. Или в мэрии вообще в наглую. Но я думаю, в ЛСК будет. Тебя уже нашли, да? Это молчаливый. А, ребят, хороший вопрос, а где вообще? Хотя бы примерно их искать. Так, здесь вообще, в принципе, зоны Клипс Тауруса, да, вот это вот все, особняки. Они, в принципе, помечены. И, не, это явно не тот, кто мне нужен, блядь. Короче, сейчас обращаем внимание на все объекты, которые движутся просто. Тут, знаете, вот просто идущих пешком людей не так уж много. Поэтому, в принципе, вычислить такого человека будет очень легко. Так что, ребят, сейчас я быстренько здесь прокачусь по дворам. Так, давай смотреть, что у нас вообще. Может, они где-то вот здесь вот спрятались. Я просил их на лестнице не залазить, потому что, ну, это жопа полная. Так, вот здесь вот внутри никого. Я знаю, что надо точно проверить. Так, вот тут тоже никого. Надо заехать в секретное вот это вот место, которое под Эклипсом находится. Почему-то я уверен на, ну, на 2000% то, что там кто-то есть. Вот сюда, если мы заедем. Нет, не сюда. Хотя сюда тоже можно. Давай-ка посмотрим. Закоулочек у нас интересный, но, к сожалению, пустой. Блин, я реально офигею, если они будут где-то у Гульфполя тусоваться. Вот реально офигею. Подожди. Ха-ха-ха, нет. Я уже обрадовался, что это, ну, покемон, блин, серый. Это не покемон нифига. Кто у нас тоже в зоне, смотрите, может тут что-то будет, нет? Почему так? Где все? Он должен, покемон 100% должен был бы быть где-нибудь вот на футбольном поле, но их тут нету. Слушайте, у меня вообще, если честно, складывается такое ощущение, что они где-то в центре города тусуются. Вот реально, я не знаю почему. Давайте мы сейчас просто доедем сами на гольф-поле, просто посмотрим, ради интереса, есть там кто-то или нет. Если, конечно, там никого не будет, будет очень грустно. Не может быть такого, чтобы даже на гольф-поле никого не было. Ну просто этого не может быть. Не, ну это бред какой-то, реально.
А где все покемоны спрятались? Алло! Да, это просто потеря-потеря. Это просто потеря-потеря. Это просто... Мы столько времени с вами потеряли. Короче, надо ехать в центр города. Вот я прям уверен, они где-то там. Вот, ну, никого здесь нету. Вот в этом диапазоне никого нету. Они 100% где-то в центре прячутся. А вон что там наверху красное? Блять, это сложно. Бля, я не ебу, где заныкали. Я не хочу играть, все. Хочу красного найти. Блять, стопудово он даже про эти места вообще не знает. Я езжу там, где он вообще карту не знает, блядь, 100%. Вот тут в самом начале охуевшая нычка была. Так, здесь у нас еще есть гараж закрывающийся. Он находится не тут, он находится следующий вроде бы. Блядь, не тут. Ну, кстати, можно было бы... Где новый интерьер? Я не понимаю, где? Ладно, я эту часть вроде бы, типа, более-менее исследовал. Это фул бред, блядь, ну тут такие места, нахуй. Ладно, это на самом деле правильно, типа, масс-маркет места. Ну, давай застрянь еще. Ну, мне кажется, знаете, по-любому где-то на улочке. Нормально вообще? Там нормальные закладки копаются? Алло, блядь, дружище, нахуй. Просто чел стоит, блядь, откапывает. Так, ладно, окей, просто едем дальше. Нет, пожарка, просто не сбивай меня, просто едь дальше. А вот они могут во дворе прятаться, а? Не, ну это плохо, если во дворе их заебешься искать. Короче, сейчас кого-нибудь увижу по-любому. Так, это у нас кто? Это просто гражданка. Не, гражданка нам не нужна, нам нужен гражданин. Гражданин, который серьезный пацан. Погоди, а гетто? А гетто нет, гетто не в зоне. Так и шо? И где они все? Я не понимаю, я вообще ни одного не вижу чела. Я проехал уже по всем улочкам центральным, понимаете, вот по всем. И ни одного челика просто, ну, нету. Так, это на мопеде. Здесь. Надо посмотреть очень внимательно, вдруг он не прогрузится. Вдруг я проеду его. Так, а территория казино, она, в принципе, не в зоне. Так, поехали здесь, проедемся, ребят. Ну, что-то как-то это, я думал, что намного проще будет кого-то найти первого. Их же все-таки там не два человека бегают, а намного больше. Ну, поищем. Вообще, как будто можно доехать куда-нибудь до границы, вон туда вдаль, потому что мне кажется, что у ребят была логика того, что мы начинаем с моего дома, и можно как бы спрятаться у кого-нибудь, во-первых, вот здесь вот, во дворах, либо же надо спрятаться максимально далеко от моего дома. Это очень логично, поэтому давай попробуем. У нас, кстати, поле еще вот это вот все в зоне. Надо бы проверить все кусты вот эти и метрошечку, допустим. Так, а тут никого нет вообще. Не, ну прям все метро я проезжаю не буду, потому что, ну, если так спрятались, то, ребята, нет, не надо, это духота. Может, кто-нибудь вот тут вот спрятался? Ну, я просто реально, я никого найти не могу, меня это напрягать начинает уже. Так, здесь тоже никого. Не, вообще непонятно, где они могут прятаться. Вот серьезно, это очень сложно. Так, у нас зона распространяется до 3 особняков вот этих. Значит, я уже за зоной. А, нет, я еще не за зоной. Поэтому, мне кажется, кто-то, ну, мог спрятаться где-нибудь вот тут. Пожалуйста, можно я хоть кого-нибудь найду, молю? Я думал, что, ну, мы изи всех найдем. Просто, ну, изначально мы этот ролик должны были записывать с Олегом вдвоем. А получилось так-то, что залетели еще и пацаны, я реально, я сидел такой, да пух, мы это за 10 минут снимем. Уже прошло 8, я никого не нашел. И мне кажется, пацаны также, ну, максимум 1-2 уже нашли. Потому что прям с душой ребята прячутся. А может, и не только в центре, может, вот в таких вот закоулочках, так сказать, не? Может, вообще кто-то вот здесь в магазине? Ну, не, ну, это читерство прятаться вот в таких местах подобных. Это ж просто жесть. Мы кого-то найдем сегодня вообще? Или нет? Слушайте, мне вот просто реально интересно, вот кто-то хотя бы кого-то нашел? Вот мне я прям почему-то реально уверен, что я единственный катаюсь и до сих пор никого не нашел. Я не знаю почему, но мне, ну, я просто катаюсь повсюду, никого не могу найти. Как это работает, я не понимаю. Самое забавное то, что я даже никого из пацанов не встретил. Вот это вот самый прикол вообще. Я думал, что серых покемонов можно будет вообще легко найти. Не знаю, мне почему-то кажется, может, мы просто катаемся, не знаю, может, это вообще пранк какой-то, может, тут вообще никого нет, и, ну, просто я реально не понимаю. Так, опа. Это кто? Бля, ну, походу, это не то, это просто человек стоит, понимаете? Он стоит, блядь, никого не трогает. Ну-ка, бич спаван, по-любому же, блядь, у кого-то бич спаван здесь. А это не серый или чел? Ну-ка, ребят, надо сравнить с фотографией, которую мне прислал Артем, чтобы посмотреть вообще, оно, не оно. Ну, вроде нет, это не тот чел тоже. Это тоже не тот чел, нам это не подходит, короче, ищем дальше. Где они все, я не понимаю, где хоть один человечишка? Так, а это, кстати, зона должна быть тоже в зоне поиска. Не понимаю вообще. Ни одного не вижу, ни одного до сих пор за 5 минут не нашел. Да вот же человек в сером бежит, нет? Не надо.
Мне кажется, ну они там в штанах. Это шорты, а мне нужны штаны. Он сказал, что они ходят просто по улице. Просто по улице, значит, они не прячутся во дворах. Я катаюсь, их вообще не наблюдаю. Может быть, конечно, я сюда заеду, и там будет хоть один стоять, но нет, абсолютно никого, бля, вообще просто, я только въебался. Ебать, тут АФКшников, да вы угораете, что ли? И ни одного тот, кто мне нужен. Что за бред, блядь, где? Где типы стоят? Я не понимаю. Я, блядь, даже самых обычных сереньких найти не могу. Блядь, даже тут никого нету. Ну выйди, пожалуйста, ну не тупи, блядь. Мне в банке это фул хуйня кого-то ставить. Я не понимаю, где можно было позаныкивать, типа в каких... Я тут заебусь все проезжать. Но я знаю, что красный, он прям ебануто жестко должен был запрятаться, потому что у него самое большое количество баллов дает. 100% никто, блядь, по дворам у них не ездил. Я один тут хуйней страдаю, по дворам катаюсь, хотя я могу вообще этого не делать, блядь. Блядь, тут дворы вообще здесь не бывало ни разу. Может, кто-то спрятался вот тут вот в закулисье? Вот в этом, а? Никого я не знаю. Я реально не знаю и не понимаю, где они могут быть. Это самое сложное, что было у нас за все время, как мне кажется. Так, тут тоже никого. Так, вот подожди, вот кто это ездит? Это у нас ездит Макс. Нашел кого-нибудь? А ты нашел? Я в ахуе, нет! Я ебал, блядь, это пиздец. Это очень сложно. Ладно, удачи. А у меня, скорее всего, наебал. Нашел! Найс! Это что за хуйня? Нашел! Найс! Худо надо было вырубать вообще-то, я не помню. Найс, блядь, минус 2. Это второй! Ребят, чтобы вы просто понимали, да, ну, для такого всеобщего понимания, я уже все проверил просто. Я уже даже на стройке покатался, даже тут никого нету, понимаете, да? Вы просто понимаете, насколько я, ну, просто бесполезный. У меня 12 минут прошло, никого не нашел. За 12 минут никого просто не найти, я не знаю, а. Зато я уверен на 100%, что у кого-то из парней уже там по 2, по 2, по 3, по 4 покемона, 100%. Не знаю, нам с вами как будто реально надо искать покемонов красным, чтобы у нас была хотя бы какая-то надежда, хотя бы какой-то шанс, но мне кажется, его будет найти, ну, просто невероятно сложно, даже не то, что невероятно сложно, но просто невозможно. До этого покемона дадут больше всего очков, так что надо найти его. Вот этот покемон? Нет, это не покемон, блин. А ну-ка, давай-ка вот сейчас гаражик вот этот проверим быстренько. Так, чисто просто. Ну не, ты посмотри, здесь никого нету, а? Как же искать-то, скажите мне? О, нет! Нет! Ну как мне теперь слезать отсюда? Ну почему? Ух, ну вроде пронесло, ребят. Вроде нормально спустились. Фу, там просто реально там на донышке. Я знаю, чем обычно заканчиваются подобные моменты. Заканчиваются они всегда одним. Да, летальный сгуб. Ладно, хорошо. Здесь никого нету. Базар, вокзал, поехали дальше. Не, ну вы прикиньте, вот че, как, ну просто какое удивление было бы, да? Если бы красный покемон был здесь. Ну нет, ну почему мне так не везет-то? Скажите, пожалуйста-то, а? Ладно, что, будем сейчас спускаться вниз. Поедем в какую-то другую сторону, я не знаю, что нам еще остается делать. Ребят, короче, я проебал свой мотоцикл, и теперь я бегу, блядь, за такси. Такой бред, я просто на нем упал, и он проебался на месте. Просто потерял, понимаете, свой мопед, это такой просто бред, я не смог его найти. Поэтому я просто бегу, ребят, через футбольное поле за этим. О, можно BMX, кстати, взять, или он в аренду же, да? Ну, BMX слишком медленно, поэтому я возьму такси. Я, короче, подъеду к челу, предложу ему подвезти его, блядь. И после этого ёбну, бля, вообще будет заебись. Да, конечно же, блядь, не будет ни одной такси, ёбан. А, подожди. Да у меня прав нету, блядь, да вы издеваетесь, нахуй, дайте машину, блядь. Мне их на чем ловить? Надо было, сука, бежать до этого ёбаного. Ну, теперь я пешком их буду, ебать, вылавливать. Что за бред, я не понимаю, где, как, зачем, почему? И все, и мне никто не поможет здесь, ребят. Мне просто, просто вот ходи и ищи теперь пешком. О! Какой-то чел! Ну-ка, это ты? Это ты? Это ты? Подожди, стой, это ты? Которого надо было поймать. Да-да-да, это я, это я. А, это ты? Так все, мне бал. Подожди, серые штаны! Ебать, в смысле, мне он нахуй мне поебалу дал? Ой, бля. Почему мне так сегодня не везет, блядь, конкретно? Просто не везет, я не знаю, ребят. Меня пока поднимут, уже время челленджа закончится, и я отсоса... О, кто-то едет. Блять, заебись. Подожди, я знаю, куда могли залезть. Две точки есть. Первая, это вот сюда вот. Вот где-то вот тут вот в кустах. Ну, идеи могли же спрятаться. Так, вот тут, ладно, нет. И вот тут тоже никого нет. Блять, что за фигня? Я почему-то уверен, то, что я уже в моменте кого-то проморгал. Я их просил прям, ну, типа...
ебануто не прятаться. То есть они могут там встать где-то в кустиках и стоять. Но все остальное, это пиздос как сложно. Уж вот здесь вот кто-нибудь? Нет никого. Не наш пациент, тоже не наш. И тут тоже два не наш. Так, оно у нас протягивается до 24/7. Возможно, возможно. Где-нибудь вот тут вот забрались на крышу. Я это именно говорю за пятибального человека. Так, вот здесь вот у нас никого. Это не наш курьер. Возможно, где-нибудь вот тут кто-нибудь встал, нет? Нет, никого. Или вот сюда вот на крышу залез. А? Может быть такое? Но нет, никого вообще не вижу. Так, это не того. Вот я очень сильно хочу проверить вот эту вот крышу, которая над нами. Потому что, ну, очень подозрительно, как по мне. И, возможно, там кто-нибудь добудет. Так, тут никого. Но мы еще выше можем подняться. Смотри, мы на максимальной высоте вот этого здания. Если тут никого не будет, то, ну, это пиздец. Смотри, туда нет смысла залезать, потому что мне бы, наверное, ник показала. Я не знаю, как можно настолько жестко прятаться. Вот прям за споты, которые сегодня ребята выбрали, отдельный респект. Так-ка, давайте реально съездим, проверим дом Артема. Не знаю, вот прям чуечка подсказывает, что вот, ну, там кто-то может быть внутри. Вот я не знаю почему, но, возможно, один из покемонов находится там. Так, хорошо, давайте зайдем внутрь. Просто проверим, просто проверим. А ну-ка. Нет. Нет, ну я что, я был... Ну как я могу так ошибаться? Ну чучка прям ж подсказывала, что здесь кто-то есть. Да, ну не везет, не везет. Ладно, хорошо, будем искать дальше. О, а тебя нашли уже или нет? Они находили? А не, вот, реально, прикинь, одного покемона нашел у Артема просто. Ну все, первый покемон есть. Я ж говорил, не зря приехали домой, не зря. Думал, что кто-то будет внутри, оказывается, че, просто приехал к дому Артема и все. Ну кайф, что я могу сказать. Так их все-таки реально еще много. Их вообще почти не нашли, получается, я правильно понимаю? Где ж они тогда так прячутся и маскируются? Вот это, конечно, очень хороший вопрос. Не, ну все, ладно, можно немного сбавить обороты. Самое главное, что одного... мы хотя бы нашли. Я даже визуально не увидел хоть раз, хоть кого-то, блядь, чтобы просто хотя бы это ударить там, блядь, не знаю, подъехать, сказать что-то. Просто ни одного челика, просто ни одного. Такое чувство, как будто их и нет. Это все, знаете, такой общий троллинг. Да мой! Стой, стой, братишка, пожалуйста, умоляю, мне так все было хуево сегодня. А я почему бить не могу? А? Ага, все. Вся, вся, вся. А, сука, нет, ты меня не дотронулась. В смысле, дотронулся до тебя? Нет, вот. У меня синхры нет. Да и похуй, я-то видно было, дотронулся до тебя, все. Тварь на индифай. Хорошо, у меня все-таки они существуют, это не наебалово. Один зеленый есть. Бля, как его тут до сих пор не на. Стой! Не, пожалуйста, стой, не бей. Помоги мне его догнать. Серый! Стой! Один зеленый, один серый. Блять, как я его не поймал там? Стой, 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 братишка, пожалуйста. Мне и так сегодня не везло очень сильно. Иди сюда, помоги мне, пожалуйста. Пожалуйста, стой, они тебя догонят все равно, они перед тобой встанут. Я тебя догоню и будешь заебись, пацанчик. Ну это бред! Стой, 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 пожалуйста. Ну, блять, мне и так сегодня не везло конкретно. Блять, ну как его догнать-то, а? Ага! Все, есть касание, все, оба, да не, уже было, братан, было. Все, спасибо тебе, братишка, большое, у меня один зеленый, один серый, бля, заебись, так, помечаем у себя, едем дальше. Ну, скажу я вам так, прошло у нас 17 минут, за это время я уже истратил весь свой запас, во-первых, слов, второе, это энергии, которые я хочу на это тратить, но это пиздос просто, это, ну, невозможно, я ни одного человека не нашел, погоди. Дико. Мне сейчас показалось, или вон там в кусте кто-то был. Я прям сейчас добегу даже. Показалось, ладно. Вот это, если что, машина моя, которую я дал ребятам, чтобы они уехали от моего дома. Поэтому мне кажется, они спрятались где-то тут. Алло, вылезайте! Вы где? Вылезайте. Да вы чё рофлите? Так, тут никого? Ну не, это просто, ну невозможно. Куда, сука, они спрятались? Может быть, кто-то вот тут в углах спрятался. Почему-то мне реально все-таки кажется, что кто-то, ну, да есть на стройке. Где-нибудь вот здесь снизу, ну не может быть, чтобы сюда никто не спрятался. Подожди, обезьянка, обезьянка, стоять! Стоять, говорю, стоять! Нет, моя! Короче, я побежал за ней, все, я побежал за ней. Все, стрельну! Ха-ха-ха, я еще и Артема обогнал. Лошара, это моя. Сука ты ебаная. Моя. Ну нечестно так, он из-под носа у меня увел.
Олег, конечно, живодер еще берет, просто убивает. Бля, вот на киностудии будет еще заебную искать. Тут, скорее всего, серенький. Красная. Хотя и красную можно здесь запрятать. Вот, например, каких-нибудь тут вот таких вот жестких ебенях. Е-ман, тут прям. Или наверху, там на крыше, кстати. На крыше. Крышу, кстати, никто не будет проверять. Е-ма, вот тут серому заныкаться вообще имба. Вроде тут прочекал, что-то тут путь. А, так, ладно, тут можно больше ничего не смотреть. Нашли? Да, это серый, его нашли. А нашли или ты уже не нашли? Блять, ну вроде он без маски, значит его нашли. Ебать, значит кто-то наебывает, значит мне кто-то наебал. Бред. Ну типа не заныкать здесь, но это фу хуйня. Хотя бы серенького. Ты вот сюда выезжаешь, бам. Так. Может на вот этой крыше кто-нибудь, а? Потому что тут лазеек очень много. Но как будто бы нет. Но зато отсюда прекрасный вид открывается, с которого, естественно, ничего не видно. Да ладно, ну я не поверю то, что вот тут никого не будет. Но это... Выходите, блядь! Алло! Выходим! Чисто логически. Да, блядь, да нет, ну тут логика покинула чат. Я реально не понимаю, где они могут быть. А может вот здесь? О, точно, сюда на крышу залезть можно. Подожди, вот сюда можно залезть? Вот сюда дальше? Выходите! Тут никого нет. Это пиздос. Подожди, мне сейчас это показалось? А не показалось! Привет, мой дорогой! Тебя же не того, я надеюсь. Найс, блядь! Ты лишил меня девственности! Хорошо, благодарю. А еще, знаешь, где могут быть? Да. Где? Скажу. Скажи, пожалуйста. Либо киностудия, либо вот здесь вот эти. А, все понял. Тогда, ну, чисто случайно туда поеду, спасибо. Так, отлично. Самое забавное, у меня закончился бензин, и я бегу до магазина. Ну, может, так мы увидим кого-то по пути, кто ж его знает, поэтому пока двигаемся так. Я не знаю, где искать оставшихся покемонов, потому что мы сколько бы ни проехали, никого найти не можем. Это задача просто невозможно невыполнимая. Спустя полчаса я вновь вернулся к своему мотоциклу, но уже с канистрами бензина Бенц. Да, я по дороге. Что только не произошло у меня по дороге. Я и разбился, я и умер. Ой, ну там, в общем, много всего было, но самое главное, мы вернулись обратно к мотику и готовы продолжать. Не знаю, за это время, пока я отсутствовал, пока я лежал, так сказать, в нокдауне, мне кажется, нашли уже всех. Но давайте не будем терять надежду и, возможно, мы реально еще кого-то найдем. Опа! Стой, обезьянка, стой. А! На тебе! Еще одна серая мартышка! Все, ребят, зачисляем серую мартышку. Еще одну. Отлично. Одна зеленая, две серые. А как они так, я не понимаю, бегают в центре города, и их даже не видно здесь? Как? Просто я сколько времени потратил, вот так катаясь. И я здесь катался, вы понимаете, уже не знаю, там, чтобы понимали, где-то по кругу пятому, уже, наверное, шестому, и они откуда-то вылезают. Мне кажется, они по закоулкам, по дворам бегают. Вот такое чувство, да? И поэтому я просто вот такой тайминг для него неудачный выехал, и вот он попался. Ну, короче, друзья, уже три обезьянки есть. Ну нет, блядь, да ну куда ж ты, сука? Опять арендовый мопед, ебаный в рот. Это, сука, я сколько сегодня на этом потерял времени, на этих арендах ебаных, бля, просто. Это ужасно, просто ужасно. О. Чисто случайно мы должны куда-нибудь вот сюда вот заехать. И, возможно, тут кто-нибудь будет, нет? Мне интересно вот что. Ладно, серые обезьянки, да? У меня их две. Кто еще мог их найти? Это раз. Во-вторых, где могут... Чего? Это сейчас что было? Это что за магические чудеса происходят? Я не понимаю просто вообще, а? О, вижу! Стоять! Ха-ха, я тебя поймал, все. Снимай масочку, снимай ее, поймал тебя. А, най! Одну зеленую поймали, мы обезьяну, хорошо, этого зеленого покемона. Ты не знаешь, где все другие прячутся? Не, я уже последние минут 20 я просто по дорогам бегал. Ну все, ребят, вот это я понимаю чудеса. Но это тайминги, понимаете, да? Это нам везет. Мы нашли с вами два серых покемона. Где все оставшиеся покемоны тогда прячутся? Ну смотрите, этого мы нашли, он просто бегал просто по дорогам. А с остальными-то что, где они-то вообще, а? Кажется, они тоже где-то бегают. Вот прям 100% где-то добегают. Ладно, давайте по магазинам покатаемся. Ну, блядь, на самом деле, это может быть зря, я, типа, то, что лазил в интерьеры. Я по факту, мне кажется, в интерьере да должен быть кто-нибудь. Но я примерно понял, как они заныканы. Они, типа, заныканы в всякие вот, типа, лавочки, прилавочки. Блядь, я заезжаю в такие локации, где 100% нахуй никого нету, ну, пиздец.
Блять, ну может быть в гаражах кто-нибудь тут стоит. Ну я не знаю, я нашел только одного серого, одного зеленого. Блять, ну это так сложно. Ну да, блять. Ну почему я только ловлю все эти ебаные баги, блять? Что это за хуйня? Вот тут в домах 100% могут быть, блять. Ну это же тут... О боже, это же очень гипер-мега-супер сложно. Бля, давай похуй проверим гольф-клуб, и если что, поедем уже в нижнюю часть, потому что тут как бы, ну, мне кажется, уже ловить нечего. Серые, зеленые бибизьяны, понимаете? А мы никого до сих пор после последнего третьего бибизьяна мы больше никого не нашли. Кстати, вот эта верхняя часть, она тоже в зоне. Я твой рот! Почему для этого челленджа используются ебаные мопедики, а? Ну, куда он его закинул, блядь, а? Все, с меня хватит, с меня довольно. Мне это все, блядь. Ну, вот какова вероятность того, что здесь внизу кто-то может быть? Какова просто, а? Ну, вот, и прям здесь красный вот это вот, красный покемон, да? Блин, не, нету. Ну, блин, ну... А попытка хорошая была, понимаете, да? Ладно, что сказать, погнали обратно, будем возвращаться искать дальше. Бля, ну никого нет, ну это шутка, что ли? Так, подожди, вот здесь вот еще есть лестница. Может быть, на последнем тайминге мы кого-то найдем. Хотя осталось времени у нас максимально мало. А у меня патронов нет, у меня патронов нет! Она съебывает! Это красный перс! Где, блядь? На! Сука, я того все! Блять, ты как сюда залезла? Чтоб ты понимала, я, короче, киностудию прям жестко шарить начал. Просто потому что мне котер сказал такой: ну, либо смотри, либо в цепочке, либо на киностудии. Ну чё, время подошло к концу, и давайте начнем. Я не знаю, с Максима. Сколько людей ты нашел? Один зеленый, один серый. 4 балла, Олег. Один зеленый, 2 серых. Это получается 5 баллов, Андрей. Один зеленый, 2 серых. Опа. 5 баллов, бля, офигеть. И у меня получается один серый, один красный. Это получается 6 баллов. Ёбаный, я прям в самом конце, чтобы вы понимали, нашел красного. Постанова.